Власти призывают жителей прибрежных районов эвакуироваться, но многие уезжать не хотят. Самые оживленные места сейчас — это магазины и заправочные станции. Люди закупают продукты и фанерные щиты, чтобы заплатить окна. Скорость ветра в центре города превышает 240 км в час. А в ближайшее время должен вырубиться на Багамской стране. Владимир Путин посетит Иркутской области, проверит пропуск и аэропорт после Павловка. Причем прилетит в Иркутск завтра, а тут проведет совещание по вопросам предоставления ясных продаж автомобилей. Это сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства посетит город Тулу, который больше всего пострадал от морской стихии. Это будет третий визит в регион с началом апреля. В конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение, погибло 25 человек, без вести попали в Кремль. Во время паводка было похоже на почти 11 тысяч жилых домов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч местных жителей. В России выросли стипендии студентов колледжей и вузов. С 1 сентября выплаты проиндексированы на 4,3%. Таким образом, минимальная академическая стипендия студентов среднего образования учебного заведения теперь составляет 790 рублей, а вузов – 3,533 рублей. А грантам и ординаторам будут платить 3,120 рублей. Собирается обучать в Германии с начала учебного года по